это интересная интерактивная игрушка-робот от Муз. У него есть несколько функций. Включить. Ой. Там вот здесь вот такой вот экранчик. А здесь кнопочки. С этой стороны это запись голоса. А с этой стороны вот различные, либо, допустим, с ним разговаривать функции, либо слушать запись голоса. А также можно, как прикол, эффект бомбы. Сейчас вот я попробую записать. Привет, как дела? А сверху здесь можно изменять голос. Вот здесь вот крутится. Сейчас попробую. Вот, вот это вот ускоренное. Сейчас вот поменяем. Вот здесь уже другой голос, более спокойный. Здесь вот он более затянутый. Эхо. Замедленно. How do you do? Вот это была функция вопрос-ответ. Если зажать вот эти две, то будет вот, вот этот бомбочка-эффект. Очень прикольно, интересно и удобно, что небольшого размера. Можно брать ее с собой. Здесь вот еще есть Try Me. Такой забавный робот.